Как мужик увидел отсюда значку врагов? Может, он у забора там был, сзади. Он тут там дорожки есть. Видите, нормально? Да? Да. Почему ее другие люди видят, а мы не видим? Потому что мы здесь не живем. Сходи, посмотри, мясное съедено, не съедено. Мне уже неудобно это съесть. Я это не знаю, куда идти. Ты забыла, что ли, куда мясное клала? Я? А, точно. Я же мясное клала. Вчера оно лежало целое. Сегодня не знаю. Там сороки съели, наверное. Вчера там никто не тронул вообще. Это сегодня сороки прям налетели. В это место? Ну не только место, у нас там я положил ножки. Они одну это утащили. Сейчас жареным запахнет, тут, наверное, со всей деревни собаки соберутся. Что? Замерзли, так машину погрейте сидите. Ну что-то я вообще запахов не чувствую мясного. Сосиски-то вообще мясные, нет? Написано индейка. Так они свои пока жарят. А, свои пока жарят. Они что, сосиски-то без мяса? Мясом-то не пахнет. А? Рублей за 80. О, готово. Куда? Это уже не ЕГЭ. Загоревший. Вот это ночка. Ну так вот, пускай она придет. Ночка! Ноча! Ночка! Почувствуй запах сосисок! Я ничего не чувствую. Папа может! Ну пока я даже ничего не чувствую. Машина на кирпичике стоит, чтоб не укатилась. Это я их поставила. Нет, вот эти. Будет? Не, подождите, пускай остынет, а то разгорится, ребят. Ну, фиг знает, пускай остынет. Потому что от накала может вода сейчас испариться и снова начать шаять. А тут трава сухая есть. Устроим пожар. И если сыпать, то, наверное, лучше в песок и там его запинать.
Да, давай вон в канаву туда сыпайте и там запинайте песком. Песком-то запинайте.